Тр-тр-тр, погнали! Я абсолютно всех приветствую, вы попали в Раст, и а именно ко мне в маленькую нычку под названием усадьба Муравейник Ежа. Здесь все очень компактно, интересно, даже панда висит. Здесь у меня стоят шкафчики под ресурсы, и в общем остался у нас один день, и я решил посвятить этот день тому, чтобы просто-напросто потрачу все ресурсы, скрафчу взрывчатку, оружие, шмотки, и буду ходить по карте и рейдить дома на те, которые наткнусь. Так вот, пристегиваем свои ремни, ракета отправляется, 3, 2, 1, расточка, гори, полетели. Нашел дом, стоит вот он, прям посередине, на дороге поставили, вообще оборзели. Там вроде двое человек живут, сейчас мы их будем наказывать, я и сихи взял. Мне кажется, они дом этот захватили, почему? Потому что здесь вот еж стоит такой вот, железный, не я, а железный. И трупачок вот валяется, кстати, это мой. Они меня завалили, сволочи, когда я решил пролить здесь. Че, попробуем, взорвем этот проход, вернее, этот еж, и пройдем к ним во двор. Дом из МВК, если вы заметили. Но он покоцанный здесь вот. Они захватили его у кого-то. Я теперь решил их захватить, выселить. Заходим потихоньку. Будем стараться затащить, как всегда. Пока никого не вижу. Жалко, что фундамент железный, блин. Слышно, как я бегаю. Ладно, отходим. Там вот наверху вообще окон нету. Можно было бы подстроиться, но услышат. Хотя и взрывчатку тоже услышат, но я думаю, сейчас если там открыто будет, я... Опа, зайду туда, вовнутрь. Вертолет, кажется. Так, может ракета запустит? Плиз, ракета пусти, раздолби их дом. Раздолбай их дом, чувак. Кто в вертолете? Ну они бегают по дому, бегают. Чё у нас здесь? А, блин. Здесь мне не пройти. Возвращаюсь назад. Тишина. Блин, кто-то спустился. Чё за фигня? Они зарумывали стену и спрыгнули. Где он? Я его не вижу. Твою. Взял базуки. Попробую сейчас просто-напросто с ракетой зафигарить. Вон он стоит. Блин. Не получилось, хватанул калаш только. Я решил завалить того, кто будет меня лутать. Не получилось у меня, в общем, взорвать. Вон он. Минус. Там турелька была. Они поставили турель туда. Сейчас полутаю. Я его не полутал. Их двое. Не затащу. Слили меня со спины. И вот я сейчас в пустыне, здесь подстроился к чужому дому, сделал комнату себе, садхом прописал. Шмотки также протащил сихи, взял сих много, почему? Потому что дом большой, квадратный. Если там перемычки, сихи мои уйдут именно на них. Ну что, приступим. Как я и сказал, ресов мне не жалко, последний день, куда их девать, просто исчезнут. Поэтому я решил все-таки все спускать. Тот дом я оставил, я не могу его затащить, он еще из МВК, блин, не могу туда вовнутрь даже попасть. Поэтому ладно, черт с ним, не затащил. Погнали, сейчас дом как раз вам покажу. Но я побегал, вроде никого не слышно было. Фиг знает, что там будет. Сейчас я покажу. Также топ-броню взял. Ну, видите, с ней тяжело бежать. Сейчас сниму вот так вот. Побыстрее бежать. Обычный квадратный длинный дом. Вот он, большой. Давно такого большого дома не рейдил. Видимо, он, скорее всего, с перемычками. Смотрите, внизу такие треугольнички подставлены. Это, наверное, за тем, чтобы не подстраивались. Ну, мы-то обманем, я не знаю, как подстраиваться. Взял лестницы, две только скрафтил, больше у меня нету ресов. Хотел через лестницы залезть, но их мне, наверное, не хватит даже. Опа, блин, на мине подорвался. Ребят, на мине... А мина была в камне, прикиньте. На камень наступил, подорвался. Хитрый какой жук. Ну чё, как, подстроимся, просто-напросто гуся поставлю. Вот так вот, смотрите, сначала треугольник, потом к этому треугольнику прилеплю фундамент. Все готово, сейчас лестницы накину и залезем. Одну лестницу, ах, не хватает. Так, ребят, не хватает, давайте тогда еще подстроимся. Просто плитками. Большой дом, конечно, затащу, не затащу его. Перемычки, скорее всего, здесь дофигища их. Но мы через крышу пойдем, такие дома надо через крышу рейдить, посередине сейчас скину. Так, давай, запрыгивай. Есть. Разрушить бы, конечно, мне гуся этого, чтобы
Никто не залез, но сейчас услышат, буду стрелять. Лучше мне, конечно, взорвать и сразу вовнутрь спрыгнуть. Чё, куда кидаю? Вот сюда, вот, как я и сказал, в середину. Две сихи, отходим. Сразу спускаться не буду, может там турелька стоит. Или просто квадрат. Потом, а тут фиг вылезешь. Так, готово, взорвалось. Ждем, пока упадут текстурки. И чекаем. Так, что тут у нас? Так, ящики стоят. Опа, а вот и чувачок лежит. Нифига тут склад, одни ящики стоят. Вроде турельки нету. И навесных этих бомжовских, они меня бесят, орудий тоже вроде не наблюдаю. Так, попробую сейчас сломать этого гуся с помощью копий. Лестницу мне, конечно, не сломать, но вот подстройку. Так, еще одну кину. Давай, падай. Не. Ладно, пофиг. Прыгаю вовнутрь. Тут только ящики и тело валяется. Закрыто. Посмотрим. Дерево отдай, чувак. Дерево мне пригодится. Так, а что ты один в таком доме большом живешь, что ли? Застроим вверх. Так, и улучшим. А можно... Оп, стоп, у него шкафа нету. У него шкафа нету. Хотя заремонтить я не могу. Надо шкаф-то поставить. Нельзя ремонтить, если без шкафа все равно на этом серваке. Готово, шкаф в принципе поставлен. Теперь давайте его самого полутаем. Посмотрим, что у него в заначке есть. Покажешь мне, чувачок? Ну-ка, Боб Фрост Блейд какой-то. Патрон на калаш, сам, собственно говоря, калаш. Хилки, броня. Ну все, в общем, по максимуму. Юбка, шмотки черные, какой-то черный. Черный. Так, калаш забираем. Топорик у него блатной какой. Скинованный. Маньяк, что ли? Ну и надо ящики сейчас лутать, в принципе, приступать. Так. Начнем. Давайте, с какого ящика? Слева или справа? Где получше начать? Поехали. Первый ящик пустой. Второй ящик пустой. Третий ящик пуст. Четвертый пуст, издевайтесь. Это что, прикол? Пятый пустой, шестой пустой, седьмой пустой, восьмой пустой. Капец какой-то. Опа, пусто. 10 ящиков пусто. Так, чувак, дай-ка мне... шмотки твои дай-ка мне, брони, заберу. Что, бич какой-то, ребят, прикиньте. Склад здоровый, ресов вообще нету. Что за беспредел? Вообще неуважение полное. Чувак, где ресурсы твои? Эй! Пусто все, пусто! Нифига нету, пусто! О! Дерево и железо, наконец-то! Хоть что-то нашел! Пипец! Он то ли ресы повыкидывал свои перед вайпом, то ли еще что-то сделал, но у него вот что было только. Железо и дерево, и все. Так, топор. Отащил я свой топор! Головешек полон вор! Пора его валить. Это вообще неуважение конкретное. До свидания. First blood! Ну и теперь нам надо, собственно говоря, проникнуть вниз. Для этого я кину одну сиху, но после того, как я должен закрыться, как-то стену поставить, чтобы меня дамагом не убило. Сюда не могу поставить. Здесь у него, блин, эти стоят дебильные. Колья, как они называются-то? Нафиг он их поставил? Итак, не могу закрыться. Так, а если я вот этот ящик сломаю большой... Да, я здесь могу закрыть. Ха-ха-ха. Короче, план такой. Ломаю сейчас вот этот большой ящик. А затем ставлю стену, ее улучшаю, кидаю сиху, заползаю за эту стену. И вуаля, профит. Инфосотка, ребят, поэтому прокатит. По идее, я, правда, этого пока ни разу не делал. Но, по крайней мере, постараюсь сделать. Я вот не знаю, одного ящика хватит мне сломать или придется второй тоже. Ну, сейчас посмотрим. Так, давайте второй тоже. Ну-ка, вот так вот. Вот так вот спрячусь. Вот так вот. Закрою и стену улучшу. Но лучше, конечно, к стене прижаться, поэтому ломаем все-таки. Еще второй ящик. Мне кажется, он ресурсы все выкинул свои. Перед вайпом очканул. А я-то набрал, сколько сих взял с собой, чтобы этот дом бабахнуть. Да уж. Потери. Ладно, сейчас посмотрим, что внизу еще. Печи у него нету. Беспечник, что ли? Я рассчитывал на то, что этот дом в перемычках, но оказывается слишком простой. Так, улучшу, давайте, до железа.
И стену ставлю. Так, вот так вот. И вот так. Все, беру сиху одну и кидаю на этот люк. Так, здесь я пролезу. Да, пролажу, все путем. Кидаю, опля. Все, убегаем. Ну и все, ждем, по идее, дамаг не должен пойти. Здесь застроиться не могу. Ладно, так посижу. Надо было броню, то подеть. Нет, все нормально, вообще ничего. Так, пусто. Пусто, там коробка пустая, вообще ничего нету, ребят. Чистоган. Эх, полны моя коробочка, есть и сито, и гонча. Выходи, моя зазнобушка. Чё-то ничего не видно. Темнота. Костер поставлю. Темно! Как в лесу? Загорись ярко, чтобы было жарко. А, ребят, вон там ящик стоит. Блин! В общем, там оказались турели. План такой, взрываем турели сейчас. А вернее, не... Смотрите, здесь шкафа нету. Я решил шкаф вниз поставить. Может быть, поэтому они стреляют. Шкаф вниз активируется. Почему-то со второго этажа шкаф не дамажит. На первый этаж. Очень странненько. Так, ну чё, блин. Я здесь улучшил где-то. Она, надеюсь, сломается. Где она? Где она? Эта плитка. А вот она. Готово, блин! А, ну все, путем. Кстати, шкаф упал. Не стреляют. Все, можно лутаться. Все, нормально. Сихи лутаю, все забираю, ящик проверяю. Нормально все. Ну и, короче, ребят, свалил я с того дома, там в этом ящике пусто было. Вообще ничего не было. Это, в общем, то ли ловушка, то ли еще что-то. Вот такая у нас была серия. Перед вайпом спустил все ресурсы. И, в принципе, ждем, когда обнова станет новенькая. И будем все заново, в принципе, начинать. Ешь так. Готово. Опа! Опа! Меня кто-то рейдит! Реально мою фазенду лесную кто-то рейдит. Он с той стороны, где ресурсы мои лежат. Он ту стену взрывает. Ну ты бичок, а? Ну ты бичок. Смотрите, я даже оружие не взял с собой. Я просто уже заканчивать хотел. Ну. Кстати, Аресов он хер получит. Хер там плавал. Там нет ничего практически. Я все повыкидывал. Эй, панда, Мишка Балу. Че, пошли посмотрим на этого ушлепка. Я с мачете, мне пофиг вообще. Вон он бегает. Он голый с оружием. Кажется, в юбке. Шотландец, что ли? Иди сюда, получишь по своей морковке, я тебе отрежу бубенчики. Не будешь им больше звенеть. А ну иди сюда, говно собачье. Опля, хорошее завершение данной серии. С вами был Мистер Ёж. От вайпа до вайпа выживаем. Подписывайтесь на канал, ребят. Не забывайте в друзья добавляться. Пока.